Нижнекамск Анатолий Гребешков приехал в 1974 году. Устроился работать мастером цеха электроснабжения второй промышленной зоны Нижнекамск-Нефтехима. Через год к мужу приехала и жена Валентина Ивановна. Вместе они уже 54 года. Главным секретом семейного счастья нефтехимики считают взаимопонимание. Компромисс надо находить в семье, наверное. Вот так вот. Если один трясется, другой помолчи. Если другая трясется, ты помолчи другой. И все установится. Ну, я сказал, первое это должно быть любовь. В этом году впервые праздник транслировался в прямом эфире. Онлайн-формат заинтересовал зрителей, отметили организаторы торжества.